Всем доброго дня. Это видеоотчет для центра Беэр Давид. Но речь пойдет не об успехах моего ребенка, а о медитациях Юсефа. На самом деле, когда я к ним приступала, не совсем была уверена, что они мне нужны и могут на самом деле как-то повлиять. Ну вот по истечении времени с октября месяца 2019 года и до сегодняшнего момента делать я их не прекращаю. Когда-то почаще получается, когда-то пореже, но я периодически их проделываю. Что хотелось бы заметить? Общее состояние здоровья улучшилось, нормализовалось. Это такое достаточно, как это сказать, неспокойствие. Ну, в плане, мне кажется, нервозности и какого-то такого беспокойства постоянного. Вот как-то все стало вот так ровно прямо у меня проходить, что мне очень комфортно. Мое состояние на данном этапе очень-очень комфортное, что, собственно, отражается на ребенке, соответственно. Вот. Хотелось бы подметить, что после первого сеанса, он был в октябре месяце, Давид заметил то, что часто ли у меня головные боли. Я сказала, что очень-очень часто. К слову сказать, до октября я могла в месяц мучиться головной болью до 5-6 раз в месяц. Причем иногда таблетки мне не помогали совсем. То есть я их там меняла периодически. Вот. Бывала такая головная боль, которая вообще просто ужас. Но сейчас вот эти головные боли ушли. Они не повторяются. И плюс, наверное, я так понимаю, что и медитация очень-очень сильно положительно сказывается на физическом здоровье. Ну, как бы странным это ни казалось, но это проверено мной на себе вот уже в течение, получается, 3-й месяц. Вот, я так живу. Вот, всем очень-очень советую. И, соответственно, сказки тоже. Давайте детям слушать, сами их слушайте. Это все очень взаимосвязано. И я всем рекомендую, очень рекомендую. Спасибо вам огромное за внимание. Спасибо, Давид. Спасибо, Юсеф. Спасибо вам. Всем добрый день. Это мой второй видеоотчет для центра Беэр Давид. О чем хотелось бы рассказать? После второго сеанса Женя на данный момент по-маленькому у нас научился ходить в туалет сам, без нашей помощи. Вот. Все делает как взрослый. Также мы в обучении достигли некоторых успехов. Он стал более усидчив, более, как сказать, такой внимательный. Он интересуется, то есть теми заданиями, которые я предлагаю ему. Вот. С нашим дефектологом, к сожалению, мы расстались. Вот. Так как я поняла, что дефектолога лучше, чем я, наверное, в его жизни не будет. По крайней мере, в нашем городе очень сложность большая с дефектологами. Вот. Но у нас занятия с психологом. Ну, достаточно такой хороший специалист подобрался. Плюс еще хочу я добавить занятия по сенсорной интеграции. Ну ладно. Вот. Что бы хотелось еще сообщить. Женя стал более собранным. Как-то вот он перестал так убегать, как раньше. Ну то есть на улице мы когда гуляли, он мог убежать. Сейчас он крайне редко это себе позволяет. Вот. Что тоже очень-очень радостно, потому что раньше это было большой проблемой. Далее мы совершаем успехи в фигурном катании. Мы ходим в Ледовый дворец. И вот буквально с декабря месяца Женя достаточно хорошо катается на коньках уже.
Плюс в бассейне мы наконец-таки начинаем уже прям тоже делать успехи. И Женя вот уже под водой, он как бы плавает. Проплывает какое-то время, под водой находится. Я считаю, что это тоже немаловажный успех. И вообще, на самом деле, все, что делает ребенок, это даже маломальский какой-то успех. Я его подмечаю, и мне кажется, как любой маме, это очень-очень приятно. Вот. Хотелось бы сказать, что огромное спасибо Давиду, его команде за ту работу, которую они проводят. Она на самом деле грандиозная и масштабная. Конечно же, хотелось бы попасть на очное лечение. Это наша цель на данный момент, на весь следующий год. Возможно, мы попадем к вам. Спасибо вам огромное. Одной рукой действует левую. Правую в эту. Молодец. Ой, я походу заснял. Молодец. Молодец. Причем даже без толчка.